Всем привет, это канал Бостон Техник, меня зовут Ираклий. Сегодня в обзоре также на реализации картофелесажалка, модель КСМ-4. Она идет 2000 года выпуска. Друзья, вместительность высева у него 2,5 тонны, при желании можно вместить и 3 тонны. Вот. Удобрения баки установлены 2 штуки, вот они, по 300 килограмм. Раз. Также установлен протравитель, бак-протравитель семян. Вмещает 200 литров. Междурядье у него 70 сантиметров. Он идет прицепной гидравлический. Гидравлика полностью в рабочем состоянии. Был в работе в прошлом году. Высеял 300 гектар. Отработал на отлично. Друзья, продажа в связи с переходом на 75 междурядий. Поэтому продают. Состояние транспортных колес. Сейчас обойдем, покажем обзор сзади. КСМ находится полностью в рабочем техническом состоянии. Работал в прошлом году. Высеял 300 гектар. 30 точнее. Состояние с этой стороны. Более подробно. Два бака по 300 килограмм. Для удобрений. Также на 200 литров бак. Протравитель семян. Технически полностью в рабочем состоянии. Хозяин доволен, как он отработал. Но продажа идет в связи с переходом на 75 междурядия. У данной сеялки КСМ междурядие 70 сантиметров. Сейчас покажем. Вместительность 2,5 тонны, но при желании тут можно и 3. Проблем с высевом никаких не присутствовало и не было. Друзья, картофелесажалка, модель КСМ-4, 2010 года выпуска. Бак протравителя семян 200 литров. Удобрение 2 бака по 300. И общая вместительность высевания семян
2,5 тонны. Высевающие диски. Друзья, кому понравился, пишите, звоните, обращайтесь, устроим вам показ. Ответим на все интересующие вас вопросы по данной технике. Также мы являемся официальными дилерами трактора МТЗ. Поможем подобрать любое навесное оборудование, прицепное, самоходные машины. Также поможем в реализации вашей сельхозтехники. Друзья, у нас действует любая форма оплаты, наличный, безналичный расчет. Также у нас работают кредитные отделы, можете приобрести его в кредит. Мы находимся в городе Волгоград, Историческая 183. Ну, на этом все. Желаю всем хороших и удачных покупок. Всем всего доброго.